Поставить мощный двигатель на микроавтобус – давняя забава в мире тюнинга и гонок. Но дрифтовый Hyundai – редкий случай, когда проектом занимался сам производитель. Машину построило австралийское подразделение марки Hyundai, поэтому название iMax тут натуральное. Ведь под этим именем продается модель, известная у нас как H1 или Starex. А вот литера N намекает на мощный двигатель. Стандартный дизель 2.5 заменен бензиновой битурбо-шестеркой. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым автоматом и электронно управляемым дифференциалом, а привод задний. Динамические характеристики не названы, зато создатели отмечают, что если посадить 8 пассажиров в салон iMax, то он получит идеальную статистическую развесовку 50 на 50, а багажник 842 литра вместит запасные шины, которые на дрифте изнашиваются быстро. Ведь микроавтобус создан не шоу-каром, а выступит на настоящих соревнованиях по дрифту в Австралии. Audi RS5 в нынешнем поколении впервые примерил пятидверный кузов и спустя год после премьеры выходит на российский рынок. Технически машины для нас не отличаются от европейских. Турбомотор V6 сочетается с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с дифференциалом Torsen. В продажу поступает единственная фиксированная комплектация с матричными фарами, панорамной крышей и аудиосистемой Bang & Olufsen. Пакет Dynamic Plus уже включен в оснащение, поэтому максимальная скорость 280 км в час. На выбор предложено 6 цветов кузова и 2 варианта отделки салона – черный или серый. Российская квота всего лишь 10 экземпляров. Заказы принимают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Нижнем Новгороде.